Твери вновь начала работу индийская выставка. На ней можно приобрести полюбившиеся многим горожанам товары. Восточные сладости, ароматный чай, специи, украшения, одежду и многое другое. Выставка открыта в одном из крупнейших торговых центров областной столицы. Наш корреспондент подробно изучил ассортимент. Выставка товаров из Индии приезжает в Тверь уже во второй раз. Как рассказывают ее организаторы, представленный здесь ассортимент пользуется огромной популярностью у жителей областной столицы. И это неудивительно. У нас и ручной работы товар, у нас много интересного есть. Чай, рис, специи, вегетария, одежда национальная, которая у нас сари есть, очень хорошо. А еще натуральная косметика и изделия из кожи, восточные сладости и рис басмати, украшения и изделия для придания восточного колорита интерьеру дома или квартиры. И, разумеется, бесчетное количество сортов черного и зеленого чая. Чай из разных регионов Индии. Это Ассам, Дарджилинг, Нилгири. И это чай из Непала в том числе, высокогорный чай и чай из Цейлона обязательно. Кроме того, на выставке можно приобрести одежду и вещи из натурального хлопка и льна, посуду из меди, средства личной гигиены из натуральных индийских трав. Выставка будет работать до 13 марта включительно по адресу площадь Гагарина, 5, торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж.